Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин вручил российским ученым премии в области науки и техники. В числе лауреатов – ученые из Одинцовского округа, директор Федерального научного центра овощеводства, депутат окружного совета от «Единой России» Алексей Солдатенко. В составе авторского коллектива он удостоился правительственной премии за разработку и внедрение инновационных технологий выращивания овощных культур и картофеля для того, чтобы обеспечить население экологически чистыми продуктами питания.